Доброе утро! Пойдем гулять. Ой, какой хороший погодка. Выходи скорей. Чудно. Так вот девочка пойдет гулять. Привет, ребята. Новый день, новый влог. Сегодня 17-е. Начну этот влог с рассказа о том, что я в Телеграм сделала постик. Ребят, как думаете, сколько я набрала к 37-й неделе? Получается, завтра у меня будет полных 37. Честно, повторюсь, я была уверена, что, ну, типа, я не должна много набрать. В моем понимании 20 килограмм, которые я набрала, это, типа, нихера себе. Ну, то есть, вообще немало. И я не понимаю, типа, откуда они взялись. Мне сложно поверить в то, что я, типа, очень много, например, нажрала. Но это мы сможем узнать, когда я рожу, и посмотреть, как быстро я похудею. Потому что у меня есть склонность, там, к отекам, еще что-то, и так по мне вроде сильно... Да нет, есть у меня отеки, ноги у меня вообще надутые, у меня все тело надутое. Ну, то есть, просто, ну, как это сказать, я просто сама по себе не маленькая, ну, то есть высокая. И поэтому, возможно, каких-то сильных прям отеков на одном конкретном месте каком-то не видно. Но он по ногам точно видно. Ну, это не самые сильные отеки, но просто вот я как бы вижу, что вот эта нога, она стала жирной. Так, в общем, конечно, и по лицу тоже все это видно. Я когда смотрю свои старые какие-то влоги, или даже просто в начале беременности, или там, где мне казалось, что я типа, ого, представляете, я уже 8 килограмм набрала. Я смотрю, я думаю, господи, это вообще такое дрище. Ну, типа, я уже настолько привыкла к тому, как я сейчас выгляжу, ну, что я такая уже прям вообще пышка, что мне смотреть на то, какой я была, вообще странно. Короче, я поделилась в Телеграме о том, что, ребята, я уже 20 килограмм набрала, я думала, пойду рожать плюс 14. В своем оправдании хочу сказать, мне кажется, я неплохо выгляжу. Понятное дело, мне начали там писать, что, типа, вот, оспорила, ты как, типа, по минимуму наберешь, кого-то там осуждала, еще что-то. Я 100% не могла сказать, типа, ребят, я точно наберу вообще мало, а все остальные набирают много. Такого я точно не могла сказать. Я говорила о том, что мы не знаем, сколько я наберу, вообще, как что будет, просто я, типа, стараюсь следить за тем, что я ем. Хотя, конечно, под конец, особенно на третьем триместре, ты уже не то что подзабиваешь, ну, ищешь утешение иногда в какой-то шоколадке. Хотя все равно я не могу сказать, что я много ем. Но, в общем, в какой-то момент я подумала, я сейчас как рожу, мне точно придется соблюдать какую-то диету, пока буду кормить грудью, потому что. Вот. Хотя, ну, понятно, не та диета, да, где ты просто ничего не жрешь, а чтобы похудеть. Но какая-то диета в том плане, чтобы у ребенка не было аллергии, там какого-то проблема со стулом. Ну, то есть, ну, я подумала о том, что сейчас, пока я могу, иногда можно и чипсики пожрать. Короче, единственное, что меня радует, что врач моя сказала, что я должна быстро сбросить это все, потому что она сказала, что худенькие девочки, они быстро, типа, и много набирают, и потом быстро и много сбрасывают. Не знаю, вот и посмотрим. Так вот, еще одна причина, по которой я абсолютно не понимаю, откуда эти 20 килограмм. Ну, окей, как вот сказала моя врач, что 6 килограмм у меня был, типа, недобор. Это, конечно, звучит чудесно. Надеюсь, так и есть, что, типа, с моим ростом все вот это я должна, там, в идеале весить 60, а я, типа, 54 весила в начале беременности, хотя до, вы знаете, я вообще 48 весила. Ну, то есть мне, типа, похудеть, мне кажется, должно быть несложно. Но, конечно, метаболизм замедляется, и я-то привыкла, что я, типа, жру, что хочу, и все супер-пупер обрабатывается, видимо, не знаю, не откладывается, а в беременности это замедляется, и, видимо, то, что я жру, по моим ощущениям, от чего обычно я не набираю, вообще держу себя в классной форме, сейчас это не работает. Я точно не могла сказать такого, что типа вот, что-то все такие набирают дофига в беременность, а я буду такой худышкой, моделью, типа я вообще не наберу даже ни грамма. Я точно так не могла сказать. Я помню, что я говорила о том, что надо просто стараться следить за тем, что ты жрешь, и если позволяет здоровье, не сидеть на месте. Мне кажется, это все. Что вот такого я говорила, за что меня, конечно же, хейтили, хотя что я плохого сказала. И да, в моих ощущениях это дохера. 20 килограмм набрать.
по моим внутренним ощущениям, я сама столько набрала. Это я не то, что кого-то осуждаю, я столько набрала. И я считаю, что это дохера, реально дохера. Были попытки в женской консультации поругать меня за набранные килограммы. Но хочу сказать, что не так уж меня ругали. Мне просто сказали, чтобы я постаралась, типа, больше сильно не набирать. А с того момента, как мне это сказали, я, в принципе, больше сильно и не набрала. Вот, потому что я думаю, что сейчас уже только ребенок набирает, и я это ощущаю именно тем, что тяжело становится просто, живот больше и тяжелее становится. Прям тяжелее, прям чувствую, что, ну, там уже 3 килограмма, наверное, ребенок сидит точно. Ну, не, может, и не 3 килограмма, но типа 2800, мне кажется. Я, кстати, еще хочу сказать, что я на себя в зеркало смотрю, и несмотря на то, что у меня появился подбородок, такой вот он весь надутый, именно как мешочек с водой, потому что отеки и все это, понятное дело, но... Блин, не такие уж у меня страшные отеки, слава богу. Тьфу, я не знаю, нафиг, ну, не надо. Просто у меня всегда страх. Знаете, вот я сколько беременных, ну, не видела, очень часто у беременных ближе к родам очень сильно отекает там лицо, нос. Ну, типа, знаете, нос такой прям здоровый становится. И это у меня такое, ну, конечно, это все мелочь, на самом деле, пофиг. Вот реально пофиг, когда ты просто ждешь ребенка своего долгожданного, то вообще на такие вещи забиваешь, реально пофиг, как ты выглядишь, но просто, как сказать, чисто психологически, конечно, приятнее, когда ты смотришь в зеркало и видишь, что ты хорошо выглядишь. Я лично кайфую от того, что я практически каждый день крашусь, привожу себя в порядок, никогда к вам не выхожу там ни накрашенной, ни причесанной, и для меня это просто стиль жизни. Это не то, что там все должны так делать, еще что-то, просто для меня это стиль жизни, и я от этого кайфую. Я каждый день при параде, я каждый день практически снимаю видео, и каждый день я при параде. Конечно, если бы я вообще ничего не снимала и не хотела бы в какой-то день выходить в интернет, в принципе, я бы не красилась, и это тоже кайфовый день, но из-за того, что я каждый день что-то снимаю, я каждый день крашусь, и, можно сказать, каждый день я в любой момент могу встретить гостей, пойти в торговый центр гулять, еще что-то. Ну, то есть, и от этого я смотрю на себя, я думаю, блин, да я классно выгляжу, я вообще конфетка. Ну да, плюс 20 килограмм, ну что? Хорошего человека должно быть много. Какой вывод я для себя сделала, набрав 20 килограмм? Неважно, сколько килограмм ты набираешь в беременность, если ты за собой ухаживаешь, от тебя не воняет, ты хорошо выглядишь. Просто, блин, беременные разные бывают, реально. И я даже могу сказать по себе, всякие гормоны шалят и так далее, и можешь потеть чаще, еще что-то. И, ну, как бы не все следят за гигиеной, скажем так, да? Давайте уж будем откровенны. Я не кого-то там называю грязным, вонючим, нет. Я не хожу, не нюхаю беременных. И это я клоню к тому, что есть некоторые вещи, которые от нас не зависят. Ну, то есть, вот, например, Саша Паснова, которая тоже беременна сейчас на таком же сроке, как и я, у нас с ней ПДР в один день, мы с ней, кстати, на связи, переписываемся, обсудили, кто когда бы хотел родить. Я уж не буду говорить, что она сказала мне, потому что, ну, мало ли, это у нее там, она не хочет говорить, либо расскажет потом где-то. Ну, так вот просто мы пофантазировали, когда было бы здорово родить. Я бы хотела родить либо 07.07, либо 9 в ПДР. Скажу почему. 9-го я бы хотела родить, потому что, во-первых, ПДР, почему бы и нет, классно. Но основная такая классная причина то, что у моего мужа, у Славы, день рождения тоже 9-го. Правда, марта, но мне показалось, что это мило. А 7-го, 07-го просто потому что, ну нифига себе, раз уж есть вариант, типа, какой-то красивой даты, то здорово. Но на самом деле вообще глубоко пофиг на вот эти вот красивые даты. Да, это здорово, когда так совпадает, когда так получается. Ну, просто здорово. Красиво, да? Почему нет? Я еще посчитала, 20-23, ну то есть год, это получается тоже семерка. 4, 5, 6, 7. И вот это вообще прикол. То есть если 07-07-20-23, это получается 07-07. И сложить цифры года тоже семерка. Так вот, либо 7-го, либо 9-го. Мне было бы прикольно. Так и что я говорила? Мы с Сашей на связи. И я знаю, что она вообще мало набрала. Что-то... килограмм 11-12, хотя мы с ней на одном сроке, то есть я там на 8 килограмм больше в духе, чем она набрала. Я уверена 100%, ну, по крайней мере, то, что я вижу, то, что она транслирует, она намного лучше питается, чем я. Может быть, она тоже позволяет себе какую-нибудь там конфетку сожрать, это уж я не знаю. Ну, то есть я же вам тоже не все показываю, да, что я ем, я могу съесть вкусняшку. Иногда даже не останавливаю себя, думаю, ладно, и ту вкусняшку съем, и эту вкусняшку. Может, поэтому я и набрала дофига, не знаю. Но Саша точно лучше питается, чем я. Более полезно, здорово, я думаю, менее калорийно. Еще она занимается йогой. Я уверена, что это тоже хорошо влияет
на, в принципе, что-то. Она мне писала, и я видела у нее в блоге тоже, что с Евой, с ее дочкой, первая, получается, беременность, она тоже набирала, ну, немного, то есть где-то 11-12 килограмм, не знаю, что-то в этом духе. Все равно такие вещи, это тоже какая-то, ну, генетическая история. Например, моя мама со мной мало набрала. А я, видите, нихера себе много набрала. У меня мама, наверное, 11 килограмм набрала со мной. С братом Гошей, наверное, 16-17 килограмм. А с Сашей 20. Ну, 20 точно было. А я сразу 20. Уже даже не помню свою мордашку худой. Это так забавно. Блин, я думаю, что этот влог выходит, а я уже родила. Представляю, как вы злитесь, если я уже родила, а у меня выходят вот такие влоги, где я еще не родила. Вот такое платье нашла. Слава, конечно, поржал с меня. Но мне кажется, для дачи самое то. Тут еще карманцы есть. Для беременности 9 месяца и дачи это просто, я считаю, идеальный наряд. Продолжаем тему моих набранных килограммсиков. И знаете что? Нашла пост, точнее, одна девочка его нашла, скинула в чат, потому что там какая-то девка написала... А раньше, как говорила, это люди нажирают по столько килограмм, я буду мало питаться, я не наберу много, в итоге плюс 20. Я в беременности ела, как и до беременности, итог плюс 10 килограмм набрала. Я, кстати, ем точно так же, как и до беременности. Театральная пауза. Да. Возвращаясь к моему посту, который я писала довольно-таки давно, я там писала о том, что я не знаю, как я буду выглядеть, и, может быть, меня разнесет, и я сама буду дофига весить. Но я говорила о том, в большей степени, что для меня важно то, как я выгляжу. Это, типа, быть чистой, ухоженной, накрашенной, красивой и так далее, и так далее. А есть вещи, которые от нас не зависят, и я об этом уже говорила. На самом деле, меня абсолютно не парит, что какие-то девочки пишут, тем более, что я сама... себе не противоречу, и я говорила о том, что я могу много набрать, я не знаю, как это будет, но, типа, жрать дофига, скажем так, и больше, чем я там жрала до беременности, я не планирую, вот в чем был еще смысл. Еще знаете, какую я хотела тему интересную обсудить? Каждый, кто узнавал о том, что у нас дочь, именно, ну, там, типа, не подписчики, не из интернета, а просто, там, друзья, знакомые, там, соседи, ну, в общем, не знаю, вот сейчас, например, родители друзей из дачи, да, встретили их, тоже спросили, кого мы ждем, когда уже у нас будет пополнение. И, в общем, просто каждый, кто узнает, что у нас будет дочь... Хочешь очки, да? А, это не очки, это браслет. Каждый, кто узнает, что у нас будет дочь, обязательно начинают рассказывать: ой, скажите своему мужу, или типа, как Славе повезло, девочки, это вообще такое секое, это вообще папины чудности, прелести и сюси-пуськи, и вообще в малине будешь жить, и вообще девочки так любят пап. Ну, короче, вот такое, знаете, и вот реально практически каждый. Я вот думаю, какая была бы реакция у людей, если мы говорили, что у нас будет сын. Типа говорили: ой, ну все, типа, твой малыш будет, твой маменькин будет. Ну, знаете, есть действительно такая тема, что мальчики больше там к мамам, может быть, тянутся. Хотя не знаю. Ну, вот такие вот маменькины больше. Понятно, в детстве особенно. Хотя и то не все. Да я так просто. Есть такая тема. Напишите в комментариях, что думаете. А девочки, они такие больше вот папины, потому что им нужно мужское внимание. Ну вот, в принципе, я как девочка могу сказать, что для меня действительно всегда было важно внимание там отца, дедушки, поэтому я думаю, что в этом, конечно, есть смысл. Вот, да и вы сами знаете, какие у меня отношения были с дедушкой моим любимым, царствие небесное ему. Так что, в принципе, я с этим согласна, и... это очень мило. Я себя настраиваю на то, чтобы не ревновать, что большая вероятность того, что дочь будет очень тянуться к отцу, и я на самом деле очень-очень этого хочу и буду очень рада. Вот так. Но это просто действительно забавно, потому что все постоянно, ну не то что уговаривают, но внушают как будто бы Славе, что ты даже не представляешь, как тебе повезло, как вообще вот это вот то, что девочка именно. Хотя, конечно, был бы мальчик, ну просто, как знаете, может быть, как правило бывает, мужчины всегда хотят мальчика.
особенно вот первого, сыном, и там футбол играть с сыном, вот мужские дела, вообще, в принципе, сын, там, продолжатель рода, так далее. Но на самом деле, конечно, как тоже так вот, есть такая тема, что девочки идут как в породу отца, не знаю, в род отца. Я, конечно, считаю, что для прям полной картины красоты и счастья и сын, и дочь должны быть. Вот. Но на самом деле просто главное, чтобы дети были здоровы и счастливы, дети и их родители. Ох, так не хочется сзади ездить, если честно, вообще. Ну не, я думаю, приспособлюсь, что сзади-то тоже удобно. Сюда можно сесть посередине, я просто люблю на дорогу смотреть. Вот. Но понятное дело, что ребенок будет в автолюльке, автокресле, вот поэтому. И надо будет рядышком быть. Такая вот материнская доля. Просто не смогу отсюда комментировать дорогу, следить за ней. Слава Богу. Для меня это самое любимое. Что-нибудь подруге говорить, да, Дай? Да, слава Богу. Под руль даже, можно так сказать. Типа, а, тормози, ты куда едешь? А, ты куда, чего? Зачем ты повернул сюда? Да, я тяжелый пассажир, если про это говорить. Причем в прямом и переносном смысле. 74 килограмма счастья, между прочим. Вот интересно, реально эти влоги выходят, когда я уже родила? Че ты ржешь? Не знаю, узнаешь, когда родишь. Ну блин, у меня просто дофига снятых влогов, которые еще не вышли. А мне рожать там типа через 2-3 недели. Я думаю, у меня точно вот этот влог, наверное, вышел. Я уже, ну, либо в роддоме, либо уже дома. Я на самом деле так и хочу, потому что, ну, первое время мне, конечно, вообще, наверное, я не знаю, что будет, но я так подозреваю, что не до видео мне будет всяких там. Во-первых, ребята, что хотела вам рассказать. Я в шоке. Макдональдс стал вкусной точкой уже как год. Год! Это к тому, что как быстро летит время, и это немножко меня пугает. Сегодня проснулась как раз, когда красилась, смотрела влог Карины, и я просто в шоке с того, как быстро вырос ее сын. Для меня это реально шок, потому что она же только недавно его родила. И он был такой маленький, такой крошечный, а сейчас уже такой взрослый человек, мне кажется, он сейчас уже пойдет, заговорит, уже я не знаю. Это удивительно на самом деле, и я понимаю то, что вот мне как раз и Карина говорила, что когда родится наша дочь, чтобы я вообще забила на все и была просто постоянно с ребенком столько, сколько мне хочется, потому что очень быстро растут детишки, и, ну, типа, очень, очень быстро это проходит, вот этот вот маленький-маленький возраст. Я понимаю, о чем она говорит, потому что я сама наглядно вижу, как быстро вырос Монте. Это шок. Я уже привыкла к тому, что вкусная точка называется вкусная точка. Но иногда внутри семьи мы все равно, бывает, называем Макдональдсом, потому что, конечно, такое из памяти не выкинешь. Слава пошел внутрь, потому что почему-то в авто нельзя заказать RAV. Вообще какой-то бред. Ночью не могла уснуть. И пока не могла уснуть, думала о том, когда мы вам расскажем, как решили назвать нашу дочь. Ну, типа, до того, как покажем ее, или после. Еще думала о том, как мне снимать влоги. Потому что мне бы хотелось все равно, ну, первые там 2 месяца или сколько, до момента, пока мы покрестим ребенка и решим показывать, хотелось бы снимать видео и показывать ребенка. То есть с первых там дней, понятно, мне хочется запечатлеть момент, когда наша дочь совсем маленькая. Это даже просто для себя, потому что все видео, которые я снимаю, это моя большая память. Ну, то есть для меня это не просто, знаете, какой-то контентик. Для меня это все память. Ну, понятно, что есть видосы, где я просто разговариваю о своих мыслях каких-то. И то все равно их тоже интересно пересмотреть через много лет. Послушать, о чем я думала в тот момент вообще. Что у меня было в голове. В общем, ладно, сейчас придет Слава. Тоже поест. И поедем в парк, посмотрим, что там вообще за парк. Классный он там или не классный, да? Так, ребят, мы приехали в парк. Мне кажется, там какие-то горки, слушай. Блин, да надо здесь аттракционы какие-то поставить. Блин, все, конечно, клево, но вот эти вот лабиринты. Я бы уже по прямой туда пошла, если честно. А мне нельзя. Не дает мне замысел. Вива, там какая-то колючка. Сейчас за жопу тебя схватит. Какие-то тут лазалки. Чего тут только нет, как интересно.
Прикольно, блин. А, ну вот, тут по прямой можно. Закончились лабиринты. Лабиринт только на спуск. Сейчас будет нотка негатива. Короче, каждый раз, когда мы со Славой гуляем по парку, понятно, мы гуляем с Евгеной, а скоро еще будем с ребенком гулять. Там сначала с коляской, потом ребенок будет там на каких-то самокатах, еще что-то. И каждый раз я вспоминаю все матные слова, когда сзади неожиданно проезжает какой-нибудь мужик на велосипеде со скоростью, я не знаю, сколько километров в час. И, понятное дело, у меня всегда страх за собаку, потому что собака маленькая, мало ли, что ей в голову вообще это самое взбрендит. Под колеса какие-нибудь бросится, мне страшно. И я представляю, что вот так вот ребенок. Ты же никогда не знаешь, что сзади тебя. Ты идешь вперед, смотришь. Короче, страшно. И я, конечно, не очень люблю, как будущий мать, хозяйка собаки, да? Когда ты идешь по парку спокойно и должен постоянно быть начеку. Хочется спокойно идти. Но спокойно, по сути, можно гулять только у себя во дворе. Буквально сколько? Ну тут даже не сказать, что метров, просто мы подошли подальше. Короче, у кого-то здесь дома жилые, ну такие дома, не квартиры, а именно частные. Теплица там у кого-то, смотрю. Блин, вообще. С одной стороны, круто, да, Зань? Вот так ты говоришь, вышел у тебя парк, а с другой стороны там дорога глянет. Ну да. Дорога, это, конечно, минус. Считаю, вроде как-то прикольно, а с другой стороны не очень. Но зато здесь можно классно бизнес развить, если еще огород хороший. Я считаю, люди гуляют, хоп, коктейльчик, например, из собственных ягодок навернул. А что? Так вот я вижу со стороны. Представляю, как здесь можно и с малышом гулять. Хотя нахера здесь гулять с малышом, с коляской даже, да? Когда можно гулять у себя там по участкам. Но здесь прикольно приехать с малышом с колясочкой и даже пофоткаться. Ну, а толку-то, если у тебя есть свой частный дом, и там можно тоже гулять вокруг участков. Я имею в виду, что, типа, зачем далеко куда-то уезжать. Ну, вон там явно батуты какие-то надувают. Стой. Стой, Вива, стой. 100% вечером народ потянется, но просто очень тухло тут. Ну, это сейчас тухло. Ну, на самом деле, какие тут еще? Алло. Тут же развлечений никаких-то я не вижу. Мы долго гулять не будем, не волнуйся. Давай, 50 вопросов. Вок. А чего? Готова ли ты стать мамой? Я уже давно мать. Видишь, какую волосатку вырастила. В чем смысл жизни? Зай, всякие сложные вопросы задавай. Ой, Зай, смотри, аккуратно, там палка вон висит. Там висит палка, как будто, ну, типа, она как ветка, но только она не прикрученная, то есть она как будто в свободном падении. Вот так стоишь, короче, и тебе ветка просто по лбу тынц, и все. Что-то у меня ноги жирные отекли. Ну, отекли, да. Видом, девчонки, запишем то, что сегодня 36 недель и 6 дней. То есть завтра, ну или через сколько-то там часов, будет 37 полных недель. Можно считать уже 37. И вот такой вот у меня наряд. Да, наверное, он меня полнит. Но что поделать? Короче, мы со Славой не понимаем, зачем здесь эти лестницы. Они прям по всему парку. И знаешь, я такая подумала, блин, может быть, зимой из этого делают горки? Это я не знаю. Ледяные. Снега накидывают с одной стороны. Мы просто не понимаем, нахера здесь лестница. Ну, типа... Вив, а ты куда идешь? Тебе и так жарко.
Ты за ним не ходи. Может, это просто типа композиция такая? Ну, как смотровая, это отстойная идея. Как, я думаю, может, знаешь, типа для роллеров, типа, чтобы они хоп с этого скатывались, типа. Но я потом посмотрел, что это дерево, и вообще это очень... Да, и это очень высоко. Ну, просто, знаешь, вот обычно такие, ну, подарочные, ну, в смысле, так как арка сделана, они как бы под такими протоками должны, ну, идти, а тут ничего нет. Типа, как будто они у себя на складе таких было дохренища, и они подумали, блин, куда бы их деть? Да давай здесь поставим. Лестница. Ну, я согласна, это очень странно. А вот дома, про которые я вам говорила, что типа просто тут парк, и хоп, и дома. Нормально. Не, я, конечно, не то, что типа обсираю, просто, ну, это же логически... Ну, это же логически необоснованно. Зачем? Ладно, окей, классные скамеечки, классно, типа, они все здесь ландшафтик сделали, прикольно, все выровняли. Травушку, и газон подстригли. Травушку постригли. Ну, сделайте что-то, ну, типа, что тут делать? Ну, просто, типа, ходить? Ну, да, знаю, парки для этого бывает делают. Да. Ну, вот там, смотри, площадка какая-то с горкой, вот побольше бы детских площадок разных так, активностей сделали. Ничего здесь нету, никаких активностей, пошли. Кроме единственная активность, которую я здесь заметил, это мое постоянное переживание и недопонимание того, почему здесь стоят вот эти лестницы. Вот это вот самая главная активность. Я думаю, просто у этого парка есть какой-то концепт. Не знаю. Может быть, человек, который создал этот парк, боится очень лестниц, и он решил побороть таким образом свою фобию, что каждый раз, когда он будет гулять в парке, он будет испытывать приятные ощущения, он будет видеть лестницу таким образом. В какой-то момент он поймет, что у него лестница ассоциируется с приятными прогулками по парку. Вот вам тоже интересная какая штука. Вот что это? Зачем она тут стоит? Может, это посидеть просто, лавочка? Когда народу много, знаешь, типа как 1000 человек в парке гуляет, ну, негде да. Жопу примять, тогда да. Ну и там и эти есть лавочки. Все, мы уже идем на выход, потому что капец жара. Я даже не знаю, что тут такого вот реально было бы классного. Ну, мне кажется, много чего можно было бы здесь сделать классного. Ну, как минимум, аттракционы. Какое-то место, вот вместо вот этой всей середины, например, можно было бы аттракционы всякие классные поставить. Кстати, летом, я когда вот была маленькая, летом сюда на дачу приезжали аттракционы. Ну, может, сейчас приезжают, что-то вивочка где-то хромает как будто. И просто косолапит. Может, устала? Может, ножку подвернула? Ты чё, Вив? Вив, ты чё хромаешь? Да, что-то она хромает. Может, ей лапки больно? Возьми её. Дотащи до дома. О, боже мой! Это столетний Panasonic. Весит, как мамонт. С дороги! О, боже. Ох, за это щил. Я руки не чувствую. Ну всё. Спасибо. Я постирала вот эти вот подушечки. Да, оно вообще все вышло из колеи. Там еще мушка какая-то сидит дохлая на этой штуке. Знаешь, отсюда все намного лучше видно. Стой, там дохлая мушка. Где? Нет, только не меня, а то упаду от страху. Ты видишь дохлую мушку? Она повесилась. Ну куда она делась? Муха повесилась. Там дофига, да, я буду тебе подсказывать. Буду тебе помогать. Только знаешь, как их надо вешать? Они захотят еще раз выпасть. Блин, тут такие высокие потолки, оказывается. Они все повыпадают. Да? Их надо боком, наверное, херачить. Хотя как они будут катиться тогда? Он самый последний был? Нет. А, ну все, забей тогда, хоть сколько-то пусть висит. А, ну это тоже сломалось. Блин. И что делать? Тут вообще ничего нет. Да? Это будет плохо. Да ненормально, ты видишь, как топорщится, как говно. А может там есть что-то, остатки какие-то. В общем, вот так стало. В любом случае, конечно, лучше, чем было. Потому что было вообще все валялось на полу. Ну, не на полу, а просто. Да, ладно. Как бы то, что могли, сейчас сделали. Я сюда привезла коробочку, значит, со своими всякими штучками. Это мне дарил Тимур, мой брат. Тут у меня какие-то фотокарточки, чего только нет. С мероприятий, какие-то такие памятные. Ух ты, какая я худая.
Мне казалось, типа, то, что фотки так себе получились. То есть, смотрю, такая худая. Блин, я бы хотела такую длину, если честно, волос. С длинными немножко надоело. С этими я свежее как будто выгляжу. Как рожу, подстригусь. Ну, может, не так коротко, не знаю. В общем, тут у меня всякие штучки-дрючки, фотографии. Это, если вы помните, в Испанию мы ездили. У нас такой классный был тур, тест-тур. И мы играли в гольф, и это оттуда. Какой-то ключ. Это мы ходили на премьеру фильма «Доктор Сон». Ну, короче, такая, знаете, коробочка у меня со всякими штучками. Это мой один из первых телефонов. Я его расфигачила. А еще мы привезли сюда вот этого медведя. Я подумала, что он в Москве у нас стоит. Хотя мне его мой брат Гоша подарил на 19 лет. Так мило. Блин, у меня садится камера, но я нашла вот такую штуку, я ее покупала на Тенерифе, по-моему, в Испании тоже мы со Славой были. Это магнит на холодильник, и сюда можно код Wi-Fi написать, что я сейчас и сделаю. У нас там висит просто бумажка на каком-то магните. Короче, такая коробочка с памятью, со всякими моментиками. Это шарик дарили, когда я школу заканчивала, 2015 год. Она у меня потом упала и разбилась. Вот здесь. Очень крутой подарок. Зачем-то я его храню. Ну и что-то тут еще. Это со свадьбы, по-моему, Карины и Оска. Ну да, я думаю, Карина и Оска. Мы по свадьбам так-то особо не ходим. Вот, карточка. Ну, в общем, вы поняли, что у меня здесь. Что-то камера садится, так что пошли вниз. У нас сейчас будет довольно-таки поздний ужин, сейчас 10:30, ну, мы люди такие, поздно ужинаем, картошка, курица, мясо. У нас куча разных изменений произошло, точнее, от нас уехала беговая дорожка. Слава заказал газель, и мы отправили эту беговую дорожку к моей маме на дачу, так что ура. Сейчас мы покушаем, и я вам расскажу какие-то интересности. Как мне с вами общаться? У меня же маленькая креветочка. Мы поели шашлыка, курицы, картошки, салатику, да? Искупала Вивины лапки сладкие. Мы сегодня со Славой поменяли постельное белье. Сделали две стирки. Одна стирка – это эти подушечки в кроватку детскую. Ну, может быть, даже и не будем их как-то использовать так вот, как подушки, но... их можно удобно использовать как позиционер, что ли. Ну, типа под спинку малышу положить, чтобы он не переворачивался. В общем, как-то там можно это все сделать. Хотя я заказала. Мы когда приедем в Москву, у меня там целая куча всяких посылок должна прийти. Всего заказала мама. Всякой всячины. Пока мы здесь на даче, я еще сделала один заказ. Заказала сумку и подстаканник для коляс. Сейчас, когда мы приедем в Москву, мне нужно собирать сумку в роддом. Мне это нужно делать кровь из носа просто, потому что это все уже. У меня через час будет полных 37 недель. И, по сути, мне нужно собрать сумку, документы и положить реально в машину. Ну, либо не в машину, но без этой сумки вообще никуда не выходить. Ну, по логике, так было бы правильней. Потому что... я абсолютно без понятия, когда, чего начнется. То есть, по сути, мы когда сюда на дачу ехали, мы стояли в диких пробках, просто в лютых пробках. И я понимаю, что у меня с собой ничего вообще не было, ни документов, ничего. Конечно, да, Слава может привести меня в роддом, например, и мне, по сути, никаких особо документов не надо. Все нужные документы у них есть. Мои, паспорт у меня всегда с собой, контракт на роды, он... там в экземплярах, не в одном, вот, и как бы у них тоже есть, где мы рожать будем. Единственное, без чего я останусь, это без всяких своих каких-то штучек-дрючек, но это как бы может потом Слава, например, довести, но мне бы хотелось сразу быть со своими штучками-дрючками, логично? Логично. Зарядки, там, зубные щетки, не знаю, в... послеродовый какой-то халатик, ну, комплектик, вот, например, что-то из этого. Я возьму, да? Мазь от трещин для сосков. Так что, да, конечно, все это мне нужно иметь просто под рукой. Я это понимаю. У меня еще очень большие проблемы с доверием, и я считаю, что появление ребенка — это отличный способ, отличная возможность мне проработать мои вот эти вот приколдесы с доверием. Ты уснула уже? О чем я говорю? Ну, я не знаю, то ли потому, что я козерог, то ли просто такой человек. Дело не в том, что
Не знаю, я там считаю, что я самая лучшая, классная, умная и так далее, а просто у меня всегда чувство, что лучше меня никто не сделает. Ну, то есть, например, моя мама не помоет собаку лучше меня, Виву конкретно. И, ну, вот так вот, типа, ну, вот просто, потому что это моя собака, я сама лучше знаю, как ее мыть, и вообще, я там ее мама, я знаю, как надо. Там, не знаю, что-то вот Славе тоже, я не то, что не могу доверить, ну, как это сказать? Его же храпит. Вот мы, например, вешаем вместе белье, и он как мужчина вешает, ну просто типа повесил все, а я это все расправляю, чтобы было ровненько. Я понимаю, что это лично моя вот такая тема, и я бывает за ним что-то перевешиваю, и это неправильно. Я с этим борюсь, стараюсь с этим бороться, и вот я думаю о том, как бы не быть вот этой мамочкой, которая: так, ладно, все не надо, ты неправильно купаешь, ты неправильно держишь, ты неправильно кормишь, ты неправильно подгузник меняешь, ты неправильно одеваешь, ты неправильно раздеваешь, ты неправильно играешь. Ну, короче, чтобы вот такого не было, ну, мне нужно это проработать, и я понимаю, что это будет тяжело, потому что иногда мне будет казаться, что, например, Слава что-то делает не так, я уверена, что мне будет казаться, что моя мама делает что-то не так, которая родила троих детей, а там, что мама Славы делает что-то не так, это 100%, я буду так думать, то, что кто-то из них делает что-то не так, хотя я сама этого ни разу еще не делала, там, не меняла подгузники, но мне все равно будет казаться, что лучше меня никто это не сделает. Вот так. И... ну, это то, с чем мне нужно работать. Это и есть тот самый момент, про который я говорю, что у меня проблемы с доверием. Ну, то есть доверие в том плане, что у меня всегда чувство, что лучше меня никто не справится с какой-то задачей. А никто, это подразумеваются какие-то мои очень близкие и любимые люди. Что типа, ну, вот как бы Слава там, он, не знаю, не помоет окно так чисто, как, например, это сделаю я. Ну и с другой стороны, с хера ли ему, например, вот так чисто помыть, как я, если я, типа, знаю, много лет это делаю, это мое там любимое занятие, я вижу, где мне надо все помыть. А для него это просто, как для мужчины, ну, типа, ну, пятен нет, как бы, все норм. Я прекрасно осознаю, что Слава такой же папа, как и я, мама. Ну, то есть мы одинаковые родители, и я очень хочу... реально хочу, и для меня это чуть ли не последний шанс. Ну, реально, просто отпустить ситуацию. Понятное дело, что мы вдвоем, мы как бы оба, как сказать, вот если говорить про мытье окон и повесить белье, тут понятное дело, что я это сделаю лучше, как там девушка, то, что я это часто делаю, там у меня есть свое какое-то хозяйское видение. И то, что касается с ребенком, я понимаю, что мы, по сути, ну, в первый раз оба с нулевым опытом. Ну, как сказать, у меня, может, больше представления, как там, что там, и материнские инстинкты, но, по сути, с нулевым опытом оба. И я понимаю, что это тот самый момент, когда я должна просто... ну, я не представляю, как это сделать. Не представляю в том плане, как просто вот... не контролировать каждый момент, а у меня это во всем. Я сумасшедший контролер, просто сумасшедший. Вива храпит, а храпит она, потому что она всегда после мытья храпит, хотя ей только лапы и попку помыла. Она храпит еще потому, что из животика ей делают массаж спины. И она вообще прям как на этом кресле специальном. Слышите, как храпит? Я перестала говорить, она и не храпит. Я думаю, что она засыпает под мои разговоры. Вот опять храпит, когда я часы рассказываю. Смешная собачка. Меня ждет очень увлекательный аттракцион. И мне нужно, во-первых, просто этап жизни такой интересный, волнительный. Я так этого ждала. И все равно вот даже сейчас у меня нету такого понимания, что все моя жизнь изменится. Я это как бы понимаю, но все равно не осознаю. И это сложно осознать, пока ты это не вкусишь, так сказать. Я, честно, я даже не представляю, какой будет моя жизнь, какой будет наша жизнь. Точнее, я могу что-то представлять, думаю, ну, наверное, вот так вот. А там мы будем с ребенком ездить туда-сюда. Я буду сидеть сзади в машине. Ну, типа, знаете, вот какие-то такие мелочи. Да, я буду вставать по ночам, я буду не высыпаться, я буду переживать, буду... ну, короче, вот есть какие-то представления такие, по чуть-чуть, по крупицам каким-то. Но как будет на самом деле... я увидела какой-то комментарий, ну, случайно, в Телеграме, что ли. Какая-то девочка написала, что не представляет меня в роли мамы. Не знаю. Мне кажется, я родилась в роли мамы, если честно. Я не сомневаюсь вообще ни разу в том, что я буду хорошей мамой. Я не говорю, что я буду идеальной мамой, потому что, мне кажется, ну, такого как бы не бывает. У всех есть свои, там, закидонцы, еще что-то. Просто главное любить своего ребенка, понятное дело, и стараться сделать для него как можно больше
лучше и где-то схитрить. Вот мы со Славой сидели, кушали, обсуждали. Я говорю, блин, так странно, я до сих пор не знаю на 100%, палила моя мама переписки или нет. Потому что я никогда нигде не ставила пароли ни на телефоне, ни на компьютере. И у меня всегда, по сути, ну, был открытый доступ к моей страничке ВКонтакте, например. То есть моя мама, по сути, в любой момент, пока меня не дома, могла залезть ко мне в комп, зайти ко мне на страничку, прочитать, с кем надо переписки. Но я никогда не подозревала ее в этом, она никогда не палилась об этом. Я до сих пор не знаю на 100%, где что она палила и так далее. Она всегда это так умело делала, как сказать, не то, что она палила, я знаю, на 100%, нет. Она всегда умело докапывалась до истины. Если я хотела от нее что-то скрыть, например, она как-то правильно так выводила все, что я и сама рассказывала. И это трэш, я даже вот вам расскажу, что я своей маме сама рассказала о том, когда я перестала быть девочкой, скажем так, лишилась невинности. И это на самом деле трэш, потому что сам о таком рассказывать, ну как бы, с чего бы это, да? Просто в какой-то момент, происходит какой-то момент, и вы как бы оба понимаете, что ты уже выросла. А у меня это было прям так, что я прям в лицо маме сказала, вот так и так. Короче, есть куча разных хитростей, тонкостей, которые нужно знать, уметь. Не знаю, выдерживать какую-то паузу, быть другом, но не подружкой с улицы, знаете, быть своему ребенку другом, но и не это самое, как вот я просто помню, что мы с мамой всегда так, что вот дружим, что я доверяем, доверие, я ничего не скрываю, ну, как бы, понятно, в пределах разумного, что-то уж какие-то секреты у меня-то, понятно, как у подростка-то были, но при этом я не вела себя с мамой так, как будто она моя какая-то подружка. Это, знаете, как вот есть такое, ну, там, ругаешься, что-то выясняешь, типа, я тебе что, подружка с улицы? Ну, вот такое. Я тоже так люблю сказать, типа, что, подружка какая-то с улицы? Ну, в каком-то моменте, понятно, подходящем. Короче, быть мамой — это не просто покормил, искупал, поцеловал. Ну, то есть это очень большой организм, я не знаю, как это назвать. И, между прочим, уже почти 6 лет мама вот этой собачки. Что вы думаете, этой собачке не нужно внимание, любовь, по жопе получить чуть-чуть иногда. Нужно, всем это нужно. Воспитание, к врачу отвезти, погладить, вовремя увидеть, когда собачке плохо. Я всегда заранее знаю, что собака будет болевать. Я вижу по Виве, по ее настроению. В общем, я сегодня ужасно спала. Не знаю, посмотрим, как буду спать сегодня. Очень любопытно. Какое-то время я хорошо сплю, а потом что-то, короче, тяжело мне становится. Не знаю почему. Блин, у меня сегодня ужасно ноги отекли, просто кошмар. Я, кстати, уже давненько не носила компрессионные чулки, потому что, блин, жарко очень. И иногда я думаю, ой, да ладно, я не буду особо много ходить в этот день. Буду в основном лежать. Зачем мне, ну, типа, чулки эти компрессионные, если я буду лежать? Тем не менее, я их взяла с собой на дачу, с собой их вожу, но сегодня не надела. Просыпалась каждый час. Потому что на одной стороне лежу, поясница болит, поворачиваюсь, ужасно тяжело поворачиваться было в какие-то моменты. И ребенок тяжелый, и поясница еще сильнее болит в момент вот этого переворота на другой бок. Плюс надо подушки, которые у меня под ногой были, с одной стороны перекинуть на другую. Ну, короче, это просто целое какое-то, я не знаю, что. Мне реально вообще на все пофиг. И на то, что я набрала 20 килограмм, и на то, что у меня второй подбородок, и на то, что я плохо сплю, мне реально пофиг. Ну, как сказать, в целом хочется, конечно, выглядеть хорошо, хорошо высыпаться, но, в общем, пофиг. Для меня главное, что скоро родится мой ребенок. Я очень жду этой встречи. Чудный еще один денечек на даче. Сегодня воскресенье. Сейчас включу здесь поливалочку, пусть фигачит. Поливает мне тут все. Газончик подрос за те пару дней, что мы здесь. Я, как всегда, проснулась, накрасилась. Я сегодня изумительно спала. Все, что я говорила вам вчера, отменяется. Изумительно спала вообще. Ни разу не проснулась, ну, в смысле, не пришлось вставать, что-то спина не болела. В итоге я спала вообще на спине практически всю ночь. Ну, типа, вообще красота. Просто я вам вчера рассказывала, что мне теперь сложно спать, потому что последние 3 или 4 дня я здесь как-то тяжело спала. На боку было не очень, на спине вообще не могла спать.
поясница болела. В итоге сегодня вообще проспала офигенно. И встала, блин, в час. У меня вчера жутко отекли ноги. И сегодня надели компресс. Потому что это вообще жесть. Такие сардели у меня были. Трэш. Еще у меня на носу какой-то прыщ. Очень дебильный. Сегодня ночью поедем в Москву. Завтра понедельник. У Вивочки завтра стрижка. А мы со Славой, скорее всего, завтра-послезавтра поедем в ресторан. Ой, Вив, к тебе муха пристала. Убегай от нее. Убегай от тебя. Что она к тебе пристала? Подойди сюда. Стой, стой. Пошла отсюда, муха, пошла. Беги, Вив, беги. Беги. Ой, сладкий. Беги, спасайся скорее. Спасайся от мухи. Вот эта муха за Вивой охотится. Включаемся. Пусть поливает. Красота какая. Так вот вчера у меня всю ночь, ну не всю ночь, а просто вечером поливала эта штуковина. Я сейчас вот здесь пролью и потом ее поставлю вокруг дома и на ту сторону. Сегодня не так жарко, как вчера. Вот. Я просто хочу, чтобы здесь прям хорошо газончик вырос. Перед домом самое то. Мы же тут еще подсыпали со Славой. Позавчера, что ли. Класс. Блин. В следующий раз, наверное, когда я уже рожу, мы сюда приедем. Не знаю, когда это будет. Может, вообще, блин, это будет в августе. Только. Я уж не знаю, честно. Как жизнь сложится. И очень интересно увидеть гортензию. Прям жду. Но она, видите, типа уже что, конец июня получается. Офигеть, как быстро лето проходит. Конец июня, можно сказать. А цветочков пока нет. Ну и на тех гортензиях тоже нет. Они такие поздние цветочки. Они зато осенью еще могут радовать. Хорошее время. Долгое, скажем так. Так что посмотрим. Тут, конечно, видите, срач какой. Ну, в следующий раз, когда сюда приедем, как раз это... Вызовем рабочего, кого-нибудь, чтобы почистили. Потому что сейчас не хочу. Ну, хотя вообще было бы неплохо почистить перед отъездом. Но это надо было вчера об этом думать. Просто сейчас вот это все почистят, тут еще не такой трэш. Хотя, конечно, трэш, куча вот этих штучек выросла. Но сейчас тут почистят, а мы приедем, тут опять срач. Хотя понятно, что это чистить надо не только для того, чтобы было красиво, но и для того, чтобы землю как-то прорыхлить, что ли, не знаю. Чтобы влага попадала, потому что тут такая земля, как будто бы это прибитая. Я проливаю. Да не, я думаю, все равно оно куда надо попадает, то уж. У нас тут ванные процедуры. Выхожу. Девочки, я уже начинаю делать успехи. И Слава сказала то, что Вивьене надо помыть жопку. Я говорю, ну и мой, ты же папочка. Стою и волнуюсь, как он там помоет сейчас жопку собачке. Но я должна, как сказать, вот делегировать и в этом моменте тоже. Просто, ну, типа, мы привыкли, что всегда я такие вещи делаю. Ну, купаю собачку, мою все, расчесываю, сушу. И собачка-то, понятно, собачка, но это, знаете, как такая мини-подготовочка к ребенку. Надо было давно это начать делать, а не за, типа, 3 недели до родов. Видишь, она кочевряжется, ты думала, что легко? Что, думаешь, я первый раз и жопу вытирала? Ну, как миленькая. Как папа Виву любит. Ну, все будет. Ну, что, кайф, Вив? Твой любимый папенька. Короче, мы вчера поменяли постельное белье. Можно собрать вещи, но мы ночью, правда, поедем. Но все равно можно было бы собрать вещи и не париться. Еще надо спустить сверху то, что вчера стирали, вешали. В идеале погладить, но, наверное, не буду. Хернёй страдать. Полных 37 недель. Интересно, вот кто-то мне иногда пишет, типа, живот опустился, Юль. Мне кажется, он вообще не опустился. Да где же он опустился-то? Мне кажется, он вообще такой, как это, знаете, острый наверх смотрит. Так люблю этот животик. Божуля моя. Смотри на эту кучерявую. Да, жопка кучерявая. Кучерявая жопка! Ну чё, будем отодвигать? Куда? Дальше. Да не. Да-да. Да не так мало. Я бы еще ближе его. Зай. Ну, зай. Серьезно. Так упасть может. Ну, что это еще такое? Зачем так оставлять? Теперь стал телевизор далеко. И Слава говорит, что теперь неудобно его смотреть. И вообще не классно. И не круто.
Знаете, что некоторые предлагали в комментариях? Типа вот этот шкаф взять и поставить на эту стену, где у нас кровать. А кровать типа поставить туда, а телек сюда. Ну типа, знаете, мне так нравится, как люди все это придумывают, смотря на видео. А то, что вот эта стена и этот шкаф сильно длиннее вот этой стены, никто об этом, конечно же, не думает. Ну да, далеко. Так, хорошо. Ну зато как просторно стало. А? Да, я все равно горячее не люблю. Такое вот чудо получилось. Очень мило. Просто чудо. Какие красивые облачки. Они мне даже больше нравятся, чем те, которые у нас в Москве. Потому что они такие миленькие. Сюда еще колясочка встала. Ну, понятно, что она здесь стоять уж не будет. Просто пока же мы ей не пользуемся, она здесь стоит. Забыла вам показать, что у меня тут. Я привезла сюда те, которые у меня в Москве оставались. Ну, на самом деле, там бы я их тоже могла использовать, но, в принципе, у меня там уже все рассчитано. Вот, поэтому я привезла сюда буквально вот сколько, 5 штучек. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у меня простынки, вот такие же, только других цветов. И они не глажные, потому что, ну, гладить вот так, конечно, намного удобнее, когда уже натянул. Единственное, что вот здесь как бы не очень, но, блин, вообще пофиг. Такая вот у нас здесь игрушечка от Happy Baby. Она дрожит. Такая смешная креветочка. Ждет свою хозяйку, креветочку. А это от ванночки сюда положила, чтобы не потерять. Так, вот секи пониже. У меня тоже какие-то приспособления, то, что здесь. Вот, тоже для ванночки. Так и не разобрались с этой хренью. А здесь детали от коляски. Вот, я думаю, что когда мы сюда будем приезжать с малышкой, вряд ли у нас будет прям очень много всего. Хотя посмотрим. В любом случае, вот этот еще один точно освободить можно будет. А я не думаю, что полностью мы будем весь комод занимать вещами. Все-таки в Москве, думаю, больше всего будет. Хотя посмотрим. Все равно пеленки, памперсы. Да не, наверное, будет забиваться. В общем, ладно. Я уверена, что этого комода нам для дачи прям вообще с головой будет хватать. Вот, потому что в Москве-то у меня большой комод, потому что там вещи на вырост. А так вот даже, в принципе, в Москве вот такого комода на, там, типа, пару месяцев, первые два, там, месяца жизни ребенка, мне кажется, вообще с головой, потому что потом все равно вы меняете размер одежды, еще что-то, то есть, ну, как бы, чтобы это все не хранить в шкафу. Так что вот такая милота получилась. Тут у нас чистенькие окошки, проливается газончик. Сейчас пойду переставлять уже, потому что он довольно-таки долго льет. Тут у нас еще для пеленального столика, точнее, для комода пеленальный стол. Вот. И не знаю, блин, делать нам его, не делать. Но я думаю, что уже в следующий раз, когда приедем с ребенком, уже поймем, нужен он нам, нет. Может, я привезу сюда пеленальный матрасик, но посмотрим. Может быть, мне его будет достаточно как-то там, не знаю, на кровати использовать. Короче, всю красоту застелила. К ребеночку готова. Кровать пока стоит здесь по понятным причинам, зачем ее двигать. Вот. А когда уже приедем сюда с малышкой, уже будем тогда смотреть, либо к себе двигать, либо, может, ребенок с нами будет спать, не знаю. Не знаю, как будет. В любом случае, сейчас все это застелю, чтобы, скажем так, не пылилось и ждало свою хозяйку. Так, ребят, мы сейчас хотим пообедать омлетом. Видела вопрос, кто-то спросил, есть ли в этом доме, ну, на даче кондиционер. Что, типа, вот, на даче же бывает очень жарко, еще что-то. На самом деле, здесь офигенно. Тут вообще не жарко. Ну, то есть... В доме прохладнее, чем... Как, точнее, как это сказать? Когда на улице холодно, а в доме, например, ты электричество, там, газ, не знаю, натопил, короче, то вообще супер. То есть дом держит тепло. Когда на улице жара, а у тебя там с вечера ты закрыл дверь, не знаю. Ну, короче, дом, он прям молодец, он подстраивается под тебя. Мы когда утром просыпаемся, абсолютно не жарко, нет ощущения, что на улице там 30 градусов. Вчера было очень жарко на улице. А дома было довольно-таки, ну, не прохладно, а то, что нужно. По всему дому есть кондиционеры. И в спальне, и вот здесь есть кондиционеры, и на втором этаже. Ну, короче, везде есть кондиционеры, но мы ими вообще не пользуемся. Единственное, где очень жарко, это на втором этаже.
Вот там реально охренеть можно. Мы там когда жили, когда мы спали раньше, еще когда карантин был, мы же на втором этаже спали, потом мы здесь кровать уже сделали. И хочу вам так сказать, это был кошмар, потому что там мы реально и кондиционер включали, и офигевали от жары и духоты. То есть там было, ну, действительно очень тяжело спать, находиться, потому что крыша, от крыши нагревается, а на первом этаже вообще блаженство. Плюс тут лес, свежесть, ну то есть тут на самом деле вообще кондиционер не нужен. Ну кто-то спрашивал именно для ребенка, чтобы ребенку было не жарко, не душно, а тут, мне кажется, вообще офигенно для ребенка. Просто, потому что тут свежо, чистый хороший воздух, не душно, влажность, мне кажется, здесь идеальная, хотя мы не проверяли. Я уже все свои эти... Господи, компрессионные чулки, блин, порвала, где только можно было. И на пальце, там, где ногти, у меня уже есть дырка. И вот здесь вот я их подтягиваю, тоже есть дырка. Я вот не знаю, купить новые или все-таки забить и уже в этих доходить. По сути, все равно их никто не видит. Если беременность на 37-й неделе, даже на 38-й, можно сказать, это когда ты себя чувствуешь вот так, то мне нравится. Можно еще и еще беременеть. Нет, конечно, на самом деле, если говорить про беременность, в любом случае, это, ну, я не думаю, что это какая-то, знаете, типа легкотня для организма даже. Уже находясь на таком немаленьком сроке, мне всегда казалось, что беременность это что-то очень такое, ну, типа тебе реально плохо постоянно, тошнит. Ну, то есть, знаете, вот такие вот, какие-то, не знаю, клише, не клише. Ну, короче, было у меня ощущение раньше, что в беременность всегда обязательно тебе должно быть плохо, все болит, жить вообще нормально невозможно, делать какие-то обычные там дела ты не можешь. Ну, то есть, знаете, вот такой вот. А по итогу, слава богу, у меня все чики-пуки. И всех вот этих моих переживаний нет. Так что да, здесь никакие кондиционеры не нужны, тут просто блаженство. Я так давно не была на море, даже не верится. Уже сколько лет, блин, капец. Так, зачем я их убрала? Так, ребята, у меня тут идет уборка полным ходом. Короче, я вам уже рассказывала, что очень все, короче, желтое из-за того, что здесь вода так себе. Хотя, кстати, нам пришел уже результат анализа воды. Короче, я пыталась отмыть раковину, ну, обычно я мою сифом, вот таким, но я нашла здесь вот такую хрень, и я помню, что нам друзья говорили, что вот эта хрень вообще мощная, причем, по-моему, такая именно красного цвета. Короче, она реально вообще мощная, капец! Я ее нанесла, и здесь есть некоторые места, которые я вообще никогда не видела плюс-минус белыми, то есть они вообще не отмывались. На самом деле нужно мыть еще, и губка... Мне кажется, надо что-то пожестче взять. Короче, сейчас я буду ванну также мыть. И еще я сняла, хочу постирать шторку. Не знаю, посмотрим, отстирается это или нет. Потому что мне говорили, что типа нет смысла покупать новую, можно просто постирать. Я тут, конечно же, максимально открыла окно. Еще давайте посмотрим вот на эту хрень. Интересно, отмоется она? Я постараюсь ее тоже замочить, как-то помыть. Видите, какой желтый. Сейчас попытаемся. Возьму еще губку. Надо что-то пожестче. Как, кстати, все равно засрется все. Все это дело оставить, чтобы она постояла маленько. И сейчас я еще хочу на этот налейку залить побольше. Блин, классное средство, мне только маску надо. Ну-ка, гляньте. Вон как стало. Я постараюсь ее тоже замочить, как-то помыть. Видите, какой желтый. Улет. Блин, я вам клянусь, я сифом тоже мыла эту хрень. Она не мылась. Но вот это средство, оно точно жестче. Так, сейчас мы будем смывать. Конечно, почище стало, но все равно. Вот такой стала раковина.
Я тут даже достаточно много убрала вокруг, видите, желтая. Просто не оттирается, я тру-тру. У меня еще вот эта херня, видите, она уже вся раздолбанная. Там не получилось вокруг хорошенько убрать. Вот это вообще как какой-то, знаете, клей, типа, который заклеивает вот так вот по бокам, чтобы не текло. Специальный. Ну, короче, как смогла. Так отмыла, но стало чище. Скажу честно, это средство мне понравилось. Прям реально лучше. Мощнее, жестче. Но и более химозные, я думаю, конечно. Так что улет был. Мне нравится. Так что все, тут останется сейчас протереть пыль. И вот там вот мне протереть то, что я воды набрызгала. Туалет тоже я этой херью мыла. Так, ребят, я сейчас буду разбираться в этих полках. Осталось 13 минут. Мне кажется, все-таки эта хрень стала побелее. Но мы сейчас посмотрим. Мы ее достанем, сразу повесим и посмотрим, отстиралась она вообще или нет. Идем гулять, идем гулять. Так, у меня эта штучка уже здесь поливает довольно-таки долго. Я ее переставляла, она у меня поливала вон там. Сейчас уже довольно-таки нормально поливает здесь. Я думаю, достаточно. И сейчас мы ее будем с вами двигать. На то, чтобы ее настроить, у меня уходит тоже какое-то время. Потому что вот здесь легко настроить. Там, получается, есть режим, чтобы она широко лила. Короче, с двух сторон можно настраивать ширину. То есть, грубо говоря, я могу сделать так, чтобы она у меня с одной стороны узко брызгала. Вот так вот. А с другой стороны, например, вот так вот будет. И получится, ну, типа вот, вот так вот. Ну, короче, я надеюсь, вы поняли. В общем, сейчас будем настраивать. В идеале мне вот сюда поставить. Не, ну можно и сюда, в принципе. Но я обычно начинаю с этой стороны. Короче, сейчас я подумаю, как мне ее настроить. Чтобы на окна наши чистые не брызгло. Сейчас он сюда опять пойдет. Так вот стоишь и думаешь, куда оно поливает. В эту сторону можно пошире. От муравьев? Куда? А, только, по-моему, им пофиг. Ты видишь? Да, вижу. И что делать? Там я просто посыпал. Надо посыпать и все? Здесь? Угу. Вот здесь мы смотрим. А, ё-моё! Гляньте! Вообще уже... Ах, дачная жизнь, это просто балдеж. Здесь был домик, но ты его всего залила. А, да. Я посыпал туда. Да, здесь у них домик. Да вот у них домиков сколько, блин. Ё-моё. Ах уж эти муравьини. Смотри, не забрызгайся. Да, этот домик я помню. Надо это, надо будет, как будем уезжать, еще раз нахрен это... Там куча у меня упаковок. Так любопытно с животом большим. Я да вот так вот трогаю. Ну, не сильно уж нажимаю, понятное дело. А в поисках. И пытаюсь разобраться, где у него ножки. Тут что-то есть тверденький. Ой, вот здесь что-то прямо аж это самое. О, господи! Извините. Кого-то мы потревожили. Куда-то ножку укатила. Наверное, коленочка была, не знаю. И что-то такое остренькое, ну, как это, остренькое. Как будто бы вот так вот. Ну, типа коленка. Ой, наверное, ей не нравится. Когда мама так пристает. Коленкам. Мой коленочки. А вот здесь пусто.
Точнее, не пусто, а очень мягенько. Потому что она вот так вот лежит. Вот так вот голова хоп, хоп. Типа эмбриончиком. Вот тут тоже есть. Тут жопка, вот здесь. Спинка с жопкой. Сюда ножки, видимо, идут. И вот здесь ручки должны быть. То есть вот так вот. Поняли, да? А вот здесь вот ничего. Ну, как не ничего. Нажимаешь, и нету движухи. С этим животиком так не одиноко. Всегда кто-то рядом с тобой. В любой момент. Неважно, что ты делаешь. Моешься, спишь, в туалете. Всегда кто-то рядышком. Мне, конечно, верится, что совсем скоро у меня не будет такого животика. Очень быстро привыкаешь к такому животику. Точнее, он растет. Растет не по дням, а по часам. Сначала вроде нет никаких животиков больших. Потом хоп. Самое забавное, это, конечно, когда малышка шевелится активно. Я говорю Славе, чтобы он скорее потрогал. Типа, я говорю, давай, давай, скорее, смотри, трогай, смотри на живот, смотри. Он пока начнет смотреть, она уже вообще ничего не делает. Он только начинает трогать живот, она сразу успокаивается. Я постоянно смеюсь с того, что наша дочь, она меня немножко как бы подставляет перед Славой, потому что я Славе говорю, блин, она так шевелится вообще. Он начинает ее, ну, трогать живот, смотреть, и она вообще ничего, долго ничего не делает. Только он отворачивается, она сразу начинает что-то делать. Ну, короче, хитрюшка малолетняя. Так, тем временем у меня здесь поливает, но я вообще подумала, что, может быть, мне ее подальше отодвинуть? Уж не знаю. Мне просто хочется, чтобы она на ту тоже брызгала. Мне кажется, она туда особо не брызгает. Ладно, пошли смотреть, что у нас там постиралось. Хочу здесь кое-что повыкидывать. Вот, я уверена, что здесь есть что выкинуть. Я думаю, что она все равно не стала идеально белой. Но, может быть, все-таки есть какой-то результат. Блин, херовый результат, скажу честно. Я думаю, что это нужно с чем-то прям жестким, таким хорошим отбеливающим стирать. А у меня тут ничего такого нет. У меня в Москве есть всякие приколдесы. Не, но все равно почище стало. Конечно, стало все равно получше, чем было, я думаю. Не знаю, посмотрим, отстирается это или нет. Хотя, наверное, если я буду когда монтировать, смотреть на до и после, наверное, все-таки есть результат. Но понятно, что если сравнивать с верхом. Не, ну есть как бы результат, конечно, я думаю. Но не такой, какой мог бы быть. Потому что даже вот можно сравнить. Вот эта сторона подальше от воды находится. Ну, в любом случае, освежили маленько. Я тут все уже протерла от пыли. Все супер. Осталось только вот здесь что-то разгрести. Попрошу Славу, чтобы он повесил вот это, а тут немного. Что у меня здесь? Тест на беременность. Он до 24.03. Ну, я думаю, наверное, мне он не пригодится. Какие-то ароматы от Jo Malone, кстати. Годен до 12.23. 13 месяцев с момента, как открыл. А когда он их открыл? Не знаю. Я не знаю, когда он их открыл. Так, ребят, показываю, как я тут разобралась. Наверх подняла то, чем мы редко пользуемся. Тут какие-то запасы чего-то. Шампуни, полотенце бумажное. Тут туалетная бумага. Тут какие-то вот такие перекиси, хлоргексидины, палочки, диски. Тут, получается, свободно. Тут можно косметику ставить. Ну, а здесь всякие средства для мытья. Много выкинула лишнего. Thank you.
Все, съела ты наконец-то свою штучку. Съела штучку свою? Ну что ж, ребята, уборка в целом закончена. Ну, понятно, что-то я еще буду убирать, когда мы будем вещи собирать. Включу посудомойку. Я думаю, дом этот, насколько он мог, он готов к тому, чтобы встретить маленькую нашу дочурку. Уже иногда хочется ее по имени назвать, хотя я еще не привыкла к тому, к чему мы со Славой пришли. Ну, что решили так назвать дочь, но хочется иногда назвать уже, потому что мы вроде как решили. Красота, ляпота. Помыла полы, пыль притерла, все, супер-пупер, готова встречать пупсика. Застелила, чтобы не пылилось. Даже не знаю, что еще. Окошки мы тут помыли. Окошки чистые. Вот, подоконники тоже. Все, красота. Здесь тоже пыли нет. Здесь потом мы постелим коврик. И на нем наша дочурка будет лежать и познавать мир снизу. Вот такие вот пироги. Вечно делаю что-то классное, когда я камеру выключаю. Чего ты делаешь мне квадратный живот? Вот. Блин, скоро рожу, я так нормально не записала шевелюшки. Ну что ж, девчонки, я с вами прощаюсь. На этом заканчиваю этот влог. Сегодня полных 37 недель. Пошла 38-я неделя. И сегодня ночью мы уедем с дачи. У меня как раз садится аккумулятор. В общем, я с вами прощаюсь, ждите следующие влоги из Москвы. Я пока еще не рожаю, у меня еще куча сил, энергии и дел. И малышка тоже пока никуда вроде не собирается, мы с ней так договорились. Ждите следующие влоги. Если вдруг я уже родила, вы смотрите немножко старые влоги, не обижайтесь. Я вас люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы. И всем пока!